Детективная история с лишением неприкосновенности нардепа Розенблата. Днем появилась информация, что фигурант янтарного дела пытался бежать из страны. С собой прихватил золото, бриллианты, но сотрудники НАБУ остановили его на старте и объяснили, что уже никто никуда не летит. Вечером у детективов появились новые объяснения, как и у Розенблата, прямо из аэропорта. Его привезли в суд избрать меру пресечения. Слушания продолжаются и сейчас. На месте находится и наш корреспондент Ирина Баглай. От нее узнаем все подробности. Ирина, здравствуй, тебе слово. Катя, мы сейчас под стенами Соломенского районного суда Киева. Судебное заседание после трехчасового перерыва буквально только что возобновилось и сразу закончилось из-за отсутствия защиты Розенблата, а именно из-за отсутствия у него возможности связаться с ними. Сегодня в аэропорту представители НАБУ изъяли его телефоны, но по порядку. Прокуроры специальной антикоррупционной прокуратуры ходатайствуют о домашнем аресте для обвиняемого сроком на 2 месяца. Отмечу, это новое ходатайство. Срок попередніх обов'язків закінчився 16 жовтня. З різних причин, об'єктивних, суб'єктивних, він не був продовжений судом у належний строк. Тому щойно ми використали свою передбачену законом можливість. Ми замінили відповідне клопотання, якщо то ми зараз просто подали інше клопотання про покладення на нього тих самих обов'язків. Срок действия предыдущего ареста закончился на днях, о чем в соцсети сообщил сам Розенблат, сняв электронный браслет. Но интересна предыстория сегодняшнего заседания. В суд нардеп приехал из аэропорта Киев. Сегодня утром он планировал вылететь в Германию, по его словам, на несколько дней. Уверяет, бежать из страны не собирался, ехал в клинику. Говорит, об этом уведомил НАБУ. Я зарегистрировал, да, я не просто написал, зарегистрировал, и маю відмітку. Будь ласка. Да, відмітку на буш. Я повідомив, що 19 числа буду. Тут є квитки на сьогоднішній літак і на повернення в неділю. Тобто все було зроблено згідно чинного законодавства. Літак був на злітній полосі, його там затримали, зайшли працівники НАБУ, почали про щось розмовляти. Я запитав, чи є у них якісь документи, чи є у них рішення суду там про проведення якихось дій. В них нічого не було. Я надав їм всі можливості для того, щоб обшукати мене. Сняв нардепа с рейса, сотрудники Национального бюро изъяли у него личные вещи. По информации, появившейся в СМИ, это были золото и бриллианты. Но сам Розенблат уверяет, вез подарки племяннице, бижутерию. Стосовно там якісь коштовності, бриллянтів, все інше, це, ну, звичайно, набушна провокація. Якщо вони бюджетерію вважають як дорогоцінності, там, чи прості камінчики, вибачте мені, там, якісь бездлужки вважають якісь там бриллянтами, ну, то мені просто шкода. Це брехня. Вона забрала всі телефони, забрала всі квитки, забрала всі паспорти, забрала всі карточки банківські. Тобто залишили мене повністю, блін, вибачте мені, от, як я приїхав до вас. Написали, що... Вони описували, ну яка різниця? Вони навіть не допустили сьогодні адвокатів до цієї процедури. В НАБУ от задержания открещиваются, а действия в аэропорту называют следственными мероприятиями. Сам Розенблат и его защита намерены написать заявление в полицию из-за задержания сотрудниками НАБУ и похищения у него паспортов. И Розенблат отметил, что паспортный контроль он прошел, и у погранслужбы к нему претензий не было. Напомню, Борислава Розенблата, он один из фигурантов громкого янтарного дела. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении властью. Катя. Ира, спасибо тебе за детали. Ирина Баглай была с нами на связи. Она находится возле Соломенского суда столицы, где решают судьбу нардепа Розенблата.